Что не так? Точно, точно. А я забыл с вами познакомиться. Меня зовут очень просто. Рия. Запомнили? И как меня зовут? Меня Рек, а ее мама. Что получается? Реклама, конечно. А реклама будет не простая, а как едящая, расслабляющая реклама. Любите загадки? А она тоже любит загадывать. И кто правильно будет отгадывать, тот будет обниматься, целоваться и даже, может быть, кататься. Ну что, внимательно слушаем? Поехали. Что такое Родина, вы, конечно, знаете. Это вы где поделитесь им так? Все мыши! Отлично! И у этих животных есть тоже своя родина. А проще говоря, в какой стране эти животные живут? Где? Не в Африке, не похоже на Папуа. Кто сказал Южная Америка? Выходи, 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 конечно, выходи, выходи, выходи. И как тебя зовут? Артур. Ну, конечно же, она не реклама, а лама Чапа. Если ты позовешь ее Чапа-Чапа, она тебя поцелует. Не верите? Смотрите. Чапа-Чапа. Молодец, спасибо. Следующая загадка. А где эти животные обитают в Южной Америке? Ну, обитают там, где они играются, купаются. Где? Правильно, девочка, выходи сюда, под громкой выстрелкой. Конечно же, эти животные обитают в горах. А горы называются Анды. У нас в Южной Америке очень-очень жарко, а в горах очень холодно. Поэтому у этих животных есть такая пушистая теплая шубка. И как вас зовут? Диана. Диана, красивое имя. Позови ее, Чапа, я тебя тоже поцелую. Тоже прокатиться? Нет? Ну ладно. Молодец, спасибо. И последняя загадочка. У людей бывают родственники. Сестренки, братишки, бабушки, дедушки, тети, дядя и так далее. И у этих животных есть тоже своя родня. Внимательно посмотрите на эту сельпампулечку. Скажите, у животных ну или животные родственники? Какие страусы? Нет, не страус. Да не сельпуму. Правильно, выходи под громко, присылка, верблю. Проще говоря, это южный американский пит-корбы, верблюжонок, но еще его называют горная лошадка маленькая. И как тебя зовут? Азамат. Ох, красивое имя. Запомнил, как тебя зовут? Да. Как? Чапа. Зови Чапа, я на тебя тоже поцелую. Чапа-Чапа. И под громко, аплодисменты, группа